такая площадка для гриля посадили. Можно вот просто посидеть, отдохнуть. Там, кстати, озеро. Дальше там вон видно спортивная площадка в лесу с настоящими тренажерами. Есть биотуалет. Беседка такая есть. И дорога в лес, можно идти гулять. Вот так вот здесь можно в игры какие-то гулять, играть. Самое удивительное, что в каждом лесу есть биотуалеты и спортивные площадки такие. Вот на берегу озера. Красотища какая. Летом тут очень классно. Запекла яблочки, будем сейчас вкусняшки кушать. Вкусно и полезно. Яблоки с творогом и с корицей. Присыпаны корицей. И сок немножко пустили. Такие сочные, класс. Ну и с сахарком, конечно. Всем привет. Хочу вам, были на магазине на закупке, хочу вам показать некоторые продукты, которые мы купили для того, чтобы минимизировать наши походы в магазин. Что мы купили? Показываю. Купили молоко. Купили яйца. Почти два десятка, 18 яиц. Купили редисочку молодую. Ну и заодно хотела показать, что мы здесь едим, что мы часто покупаем. Печенье. Оно будет в зеркальном отображении, потому что, наверное, что я снимаю на фронтальную камеру. Лотус называется печенье. Оно похоже на песочное вкусное печенье. То есть с таким чувствуется хрустящий сахар. Классное, вкусное. И такой вкус у меня необычный, как с кориандром, будто бы немножечко. Взяли 4 пачки печенья, масло сливочное, зубную пасту взяли, мясо вот такое вот в Lidl продается, хорошее вкусное мясо, моравские именно, вот эта фирма, она делает йогурты и мясо, вкусное копченое мясо, это, ну, как ветчина, вот так оно выглядит. Сочное, хорошее копченое мясо. Яблоки. Обычные яблоки хочу запечь. Или в пирог тоже. Сосиски. Сосиски тоже такой же фирмы, как и мясо. Хорошие сосиски свиные. Здесь 83% мяса. 920 грамм. Такая упаковка. Кстати, если кто не знал, сосиски можно заморозить. И потом либо порционно разморозить. Вот эти вот хорошие, их можно замораживать. Ну, я, по крайней мере, пробовала. Вот, размораживаешь и как свежие. Печенье еще. Вот такой вот сэндвич печенье. Самое лучшее, по-моему, такое в Пенни. Они Билла, Пенни, Лидл продают одинаковое печенье, но... Одинаковое, в смысле, сам принцип сэндвич-печенья с наполнителем. Но по вкусу оно, конечно, отличается. Самое вкусное это в Пенни, но там мы сейчас не бываем, поэтому в Lidl тоже неплохое. Взяли пачку в Lidl. Мыло. Это Refill. Вот такое, кстати, очень неплохое мыло немецкое. Разное, мы пробовали разное. Это мед с молоком. Все хорошие. Аромат хороший, кожу не сушит. Огурец свежий. Хочу салат с крабовых палочек взять. И еще одно мясо. Мясо, кстати, такое я тоже замораживаю. Вот уже пробовала, разморозили, ничего с ним. Плохого не произошло. Поэтому впрок тоже можно брать. Это
вторая сумка. И здесь, ну, побаловаться. Вот такие вот йогурты берем. Это не то польский, не то немецкий. Йогурт Белла классный, натуральный состав, хороший йогурт. Сколько, не знаю, штук 10, наверное, мы таких взяли. Взяла вот такой вот пудинг, доктор Эдгар, ванильный. Никогда не брала, хочу сделать. Смешать его, добавить с творогом. И я хотела взять желатин и сделать десерт творожный с желатином и фруктами, но что-то мне не стало заморачиваться. Он с ванильным привкусом, я думаю, что, может быть, он тоже загустеет, если добавить немного творога. Сюда сделать какой-то десерт, сообразить. Хлеб. Хлеб, кстати, как показала практика карантина, тоже можно замораживать. Очень даже удачно. И размораживать. 3 хлеба взяли. Не ездить в магазин в ближайшее время. А нет, мы 5 пачек печенья взяли. Разрыхлитель. Набор. Один пакетик стоит 4. Здесь 5. 5 за 10 крон. Очень выгодно. Я часто пеку пирог. Мука. Вот такая вот она какая-то там, ну якобы там какая-то премиум класса. Еще бутылка молока. Кстати, йогурты такие есть разные. У нас с печеным яблоком есть, запеченное яблоко и корица. Груша. Персик, по-моему. Вишня, черешня, малина. Взяли килограмм лука, апельсины, витамин С. Потому что в аптеках, в магазинах витамина С не купить. Ну, апельсины мы любим. Едим много. Взяла сыр. Почему-то 30% я взяла. Да, он 30%. Ну ладно. Огурчики соленые. Кстати, вот эти вот, это Билла. Это обычная самая серия, без всяких там добавок. Вот такие самые вкусные огурцы. Мы перепробовали разные. Они хрустящие, маринованные. Единственное, что в Чехии льют много уксуса. Туда добавляют много уксуса. Ну, вот эти вот хорошие. Еще мы берем вот такую вот намазку. От Модета. Это как мягкий, плавленый... Нет, как мягкий творожный сыр. Идет вот это, нам больше всего нравится, с чесноком и весенним луком. Вот так выглядит. Очень вкусное. Взяла 2. Туалетную бумагу взяла еще одну. Кстати, в магазине полно привезли обычной дешевой туалетной бумаги. Это впрок на всякий случай. Мука еще одна. Последний. Раз мы были в магазине, в Лидле, по-моему, так муки там не было. Обычной пшеничной муки. Взяла сахар. Мясо. Мясо здесь вот в таких упаковках. Запаяно, продается. Это у нас мякоть, наверное. Это лопатка, лопатка. Без костей. На 304 крона. Здесь 2,5 килограмма. На 305 крон. Написано. Бельгийское мясо. Странно. В общем, вот такой кусок мяса взяли. Все. Вот это все, что мы купили, обошлось нам это где-то приблизительно в 1500 крон.